Бесшумный автомат АСВАУ сконструирован на базе бесшумной снайперской винтовки ВСС «Винторез». Автомат АСВАУ позволяет уверенно поражать цели на дистанции до 400 метров. Вот так откидывается приклад. Фиксатор приклада. Вот так он складывается. Так извлекается магазин. Точно так же, как на автомате Калашникова, отсоединяется крышка ствольной коробки. Точно так же отсоединяется возвратная пружина. Затем отсоединяется пружина ударника. И отсоединяется ударник. Отводится назад затворная рама. От затворной рамы отсоединяется затвор. Нажимается на фиксатор насадка. Отсоединяется глушитель. Принцип глушения звука точно такой же, как у пистолета 6P9B. Вы видите, что ствол автомата АСВАУ точно так же имеет ряд отверстий, через которые проходит пуля при выстреле, последовательно выпуская раскаленные газы. В основном процесс глушения происходит точно так же. Так подсоединяется глушитель. Подсоединяется затвор к затворной раме. Затворная рама подсоединяется к основному механизму. Вставляется ударник. Он входит внутри полости затвора. Спуск ударника. Подсоединяется возвратная пружина. Процесс этот кропотливый и точный. Проверяется на правильной сборке. Крышка одевается просто. Автомат в собранном состоянии. Магазин на 20 патронов обеспечивает бесшумную стрельбу очередями.